зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем строить очередной павильон над бассейном шириной 4, длиной 6 метров с прозрачным поликом, с форточками стеновыми. Мы пока приехали, выгрузились, приступаем к монтажу. Заказ павильона у нас практически готов. Сейчас идет установка отливов. Он закреплен, у нас он керами. Все, вслед за отливами начинаем крыть стены, затем крыша. Завершился у нас монтаж павильона. Павильон предназначен как укрытие для бассейна. Ширина 4, длина 6 метров. Пойдем смотреть. Распашные двери с одного торца. Цельная дверь с другой стороны. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 40. Основная арка, подпирающая 20 на 20 арки в виде ферм. Покрашено все полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетонном основании, выровнено по уровню и закреплено с помощью анкеров. Также по низу установлен отлив. Есть диагональные усилители, есть стеновые форточки. Есть резиновый торцевой уплотнитель на радиусе. Покрыто все поликарбонатом толщиной 4 мм, плотность 0,75. Вот такой отличный павильон над бассейном у нас получился. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.